И снова здравствуйте. Ну что, подождем пару секунд, пока может соберется народ. Ну, в общем, в записи посмотрим. Что происходит? Я решил сегодня целый день поснимать вот такие видео, потому что много мне пишут, ребята задают вопросы, как бы отвечаю всем по отдельности, ну, может, так будет понятнее многим. Вот. То есть я решил снять весь сегодняшний день, то есть с самого утра и до вечера, то есть мое именно питание. Потому что непосредственно питание как бы интересует многих. Ну и как бы это самая главная неотъемлемая часть, в принципе, у нас, как у людей. И я пришел к тому, что каждый уважающий себя человек должен, соответственно, этим заняться, питанием своим. Вот. То есть я показал утром, что я как бы употребляю перед пробежками, так как я бегаю как бы длинные дистанции, поэтому у меня как бы немножко может быть особенное питание, ну хотя я бы и не сказал так. Просто оно правильно сбалансировано и принимаются те продукты в то время, когда именно наш организм готов их принять. Вот. Если это понять, изучить, и немножко почитать про это, то, в принципе, становится ясно, какие продукты нужно просто употреблять утром, днем, вечером и все остальное. Также у меня есть статья в моем блоге, где я писал свой рацион и, ну, как бы, весь свой день расписал, можно сказать. Я его выложу после этого видео у себя на стене, так что можете почитать, там как бы подробно все описано, по часам, какие продукты лучше употреблять. Вот. То есть, хорошо, что у нас сегодня произошло? Утром я показал зеленый коктейль, то, что я выпиваю перед пробежкой, потом я прибежал, только выпил протеиновый коктейль, я его тоже, по-моему, показал. Потом я через где-то час съел льняную кашу, вот, сырую тоже. Она, кстати, тоже легко очень делается, у меня в группе есть рецепт, можно найти. И получается ужин. Ужинаю я ориентировочно по 6-6, так как где-то в 6:30 я уже планирую спать. Мой сон, у меня два варианта сна. Я либо засыпаю в 6:30, просыпаюсь в 11 или в 12 ночи, еще сегодня. Так что, может, вы удивляетесь, что я ночью бывает как бы где-то лайкну или еще что-нибудь произойдет. Вот. И как бы бодрствую до следующего вечера. Вот. Как бы ночью я работаю, своими делами занимаюсь. Днем как бы, я начинаю свои пробежки, питанием занимаюсь, своими такими делами, которые мне нравятся, которые я люблю делать. В общем, занимаюсь, можно сказать, собой. Освободил себе время. Это просто, если захотеть. Так, что касается вечернего приема пищи. То есть мы поняли, что утром нам нужна энергия, днем нам нужны продукты, чтобы мы загрузили свой организм по максимуму. И по итогу на вечер мы должны готовиться ко сну. Соответственно, если вы принимаете тяжелую пищу, вам минимум надо подождать 4, 6, а то и 8 часов для того, чтобы уснуть с более-менее пустым желудком. Чтобы организм не занимался ерундой ночью, а немного отдохнул и поспал. А, соответственно, восстановился. Почему, вы думаете, восстановление быстрое происходит у людей, которые на растительном питании? Потому что они просто его не засирают. Да и все. Он на них работает просто налегке. Вредные вещества, токсины и все остальное. Но
тем не менее, все равно мы употребляем какие-то там орешки, где-то что-то еще, то есть какие-то процессы распада происходят, что-то остается, может быть, смотря у кого. Но на традиционном питании, конечно, очень много токсинов и очень много токсинов и вредных всяких веществ. Соответственно, в принципе, это надо всем, так как и мне, как и на традиционном питании люди, и всем остальным. То есть я делаю вечером салат себе, соответственно, вечером, давайте так, вечером лучше всего употреблять овощи, потому что они легко очень усваиваются, и самое главное, они очищают организм, они выводят токсины и вредные вещества. Я молчу про всякие там свойства, сколько там элементов и всего 5-20, их там миллион, ну, просто несчитанное количество. То есть нигде вы не найдете в обработанной еде столько витаминов, микроэлементов, необходимых нам веществ. Это однозначно. Можете почитать. Поэтому вечером для того, чтобы наш организм нормально спал, отдыхал и успел переварить то, что мы съедим сейчас очень быстро, мы берем такие продукты, например. Ну, есть еще разные продукты, но, например, то, что вот я взял сейчас. То есть это капуста императора. То есть это пекинская капуста. Я ее нарезаю. Я мелко не режу никогда, я люблю крупно все нарезать. То есть мы взяли капусточку. Про всякие вещества, их не 5-20, это все можно почитать в интернете. Я не думаю, что это прям мега интересно будет вам слушать, сколько там цинка, железа и всех остальных микроэлементов. Так как это все есть в доступе, можно спокойно все почитать. Смысл главное уловить, что нужно есть именно то, что будет очищать вам ночью организм, для того, чтобы вы проснулись, и организм был уже очищен. Уловили? Вы просыпаетесь с чистым организмом. То есть эти продукты, они не загаживают ваш организм и мешают работать ему ночью. Высыпаться, восстанавливаться. А наоборот, помогают. Как бы приятно. Поэтому я потом еще беру зелень. Обязательно. Она то же самое. Все токсины и все остальное зелень выводит. У меня там, кстати, рукола и петрушка. Рукола мне очень нравится с этим салатом, потому что он такой сладковатый получается. Так как в нем очень серьезный продукт. Это тыква. Это вообще божественный просто продукт. Мягенький, удобно на терочку. Взяли полминуточки, даже не минуточки, даже и не полминуточки. Оп, красавчик. Готово? Готово. Красный редис. Веселый, прикольный и вкусный. Он не такой горький, как черный. Вкус интересный. Просто классный вкус. В сочетании особенно с тыквой мне очень нравится. Тыква, рукола, редис, капуста нереально. Это что-то нереально получается. Вот. И так как он сладковат получается немного, ну и за тыкву как бы и редиска такая она, я бы сказал, ну по мне так даже, наверное, сладковат еще. Вот. Да. Вот. Я добавляю вместо там каких-то маслов, я добавляю черное золото. Кто был в Италии, тот в курсе. Это в Италии называется Ачето Бальзамико. Оно делается из винограда, поэтому к этим сладким овощам этот сладкий очень. Ну, получается, это просто нереально.
У меня эта баночка уже очень давно. Его много не надо, он очень концентрированный. Бальзам. Вот. Очень-очень сладенький вкусик. Ну вот. И так как я использую много, как бы, вернее, трачу много солей, в принципе, на пробежках, я беру там буквально щепоткой соли. Вообще чуть-чуть совсем. То есть они тоже там засолить ее. А совсем чуть-чуть посолить. Чтобы так пополнится слегка. Вот. И это все мы перемешиваем. Ребята, вот с такими ужинами, как бы, нам организм на утро говорит спасибо, когда он просыпается чистый, бодрый, не зашлакованный, очищенный и готов работать на все 200%, а то и 30%. Кому сколько надо. Я еще люблю делать такие, например, бутербродики. Там приходят гости кто-то или что-то. И вот мне, кстати, я сейчас жду гостей. Я сейчас, кстати, делаю салат. Это будет еще, может, чуть-чуть попозже это делаю сейчас. Вот. Ко мне должны зайти гости. Я хотел лечь спать, конечно. Но написали, что зайдут в гости. Увидели, что я готовлю салат. Видите, работает все-таки. Потому что на салаты раньше ко мне не заходили. На пиво, да, не вопрос. Бухнуть, что-нибудь сделать, не вопрос. Но на салаты никогда. Начали, это прогресс. Что я делаю еще прикольно? Я беру капусту, беру салат. Ну, желательно, пока капусты нет еще. Я беру этот салат. Накладываю. Вам видно? Накладываю. Да, кто там, что там? Овощи, которые не нужно употреблять вечером. В принципе, все можно употреблять. Ну, я вообще не рекомендую, в принципе, есть картошку. Ну, по сути. Это, конечно, каждого дело, но я ее не ем. Вот. Остальные овощи вполне все. Это все отлично подходит. Ну, как по мне. Серега, конечно, бери бутылочку, закуска готовится. Смотри, я беру лист пекинской капусты и вот так раз. Оп. Ну, можно для красоты, если надо, подрезать. Там кому-то, если это надо, оставляю салатик кинуть. Хорошая закуска получается. Шаурма. Сейчас я это все употребляю. Ко мне придут гости, мы посидим, пообщаемся, покушаем полчаса, и я в сон. Видимо, сегодня у меня будет 8-9. Сегодня я засну в 9. Проснусь я в 2. И буду ждать где-то 7-8 утра. Хочу пробежаться. Мне мало. Вчера 21, сегодня 15. Нормально. Ребят, просто оно кажется так, что вот люди бегают, такие вот они сверхъестественные какие-то. Вы посмотрели бы на меня год назад. Кто знает, тот понимает, что происходит. То есть понимает мою трансформацию, что со мной происходит вообще. Но и кто не знал меня раньше, они удивились бы очень сильно, если бы знали. Вот. Поэтому все можно поменять в своей жизни. Ну, а самое главное – это начать со своего здоровья. Здоровье, очистить организм, очистить голову и начать жить правильно. Так что как-то так буду заканчивать, наверное.
пишите вопросы, буду снимать тогда вам видео. Так прикольно. А я сейчас подзаряжусь. Хочу сейчас куда нибудь побежать. Может, побежку еще пойду. Встречи. Бай-бай.